Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 9 апреля 2024 года. Сегодняшнее утро в Одессе начинается с воздушной тревоги. Тревогу объявили в 8:37. Вот вчера, по-моему, в такое же самое время тоже у нас была воздушная тревога. Причина – это угроза удара баллистическими ракетами. Тревога не только у нас, во многих областях нашей страны. Практически пол Украины сейчас красные. Вот, но у нас пока что все спокойно. О, кстати говоря, уже дали отбой. Сейчас время 8:43, вот только что дали отбой воздушной тревоги. Вот, все было спокойно, никаких взрывов не звучало. Ночью была также воздушная тревога, причина это шахеды. В городе все было тихо, никаких взрывов не звучало ночью. В области сбили один шахед. Более подробную информацию буду сообщать уже в своих последующих видео. Всем желаю мирного неба, хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.